Так, ну вот наш люля-кебаб. Добрый вечер. У нас темно, сами видите. Очень темно. Сейчас мы делаем люля-кебаб. В нем вот так наша фарш. Далее берем шампур. На шампур одеваем нашу заготовочку. И вот так в нем. Самое главное закрыть вот эти края, чтобы из них не вышел сок. Ну что, первый люля пойдет на огонь, на нашу новую печку. Ох, красавица. Ну что, первый люля пошел. Смотрите видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо.